Знаете, вот то, что сейчас творится в Грузии, мне не очень нравится по той простой причине, что я вот слышу по телевизору, нам показывают все время камеры грузинов, которые ругают Саакашвили и говорят, что он должен сесть, он непременно сядет и так далее. Я считаю, что в Грузии этот человек совершенно недооценен. Я считаю, что грузины должны поставить ему памятник, и я уверен, что так и будет, потому что то, что этот человек сделал для Грузии, ну это просто, я бы сказал, беспрецедентно. Только абсолютно отмороженный, только абсолютно сумасшедший, только абсолютно уверенный в своей правоте человек мог вытащить Грузию из того дерьма и болота, в котором она находилась до Саакашвили. Сейчас это вполне приличная, цивилизованная страна, и я боюсь, что сближение с Россией ее как раз отбросит назад. Потому что Россия в сравнении с Европой, да, например, в цивилизационной гонке отстает примерно на полтакта, то есть на два поколения. Саакашвили каким-то чудом вот, сумасшедшим удалось этот разрыв преодолеть в плане устройства государства. Да? Я не знаю, насколько удержится в небогатой Грузии вот то здание, да, хлипкое, эфемерное и красивое, которое он построил, но очень надеюсь, что грузины все-таки одумаются и воздадут этому человеку должное, этому человеку, который ходил по улицам, сейчас катается на велосипеде и делал для страны то, что, в общем, не смогли сделать наши верха для своей страны.